Приветствую всех на моем канале. Что приготовить, если у вас со вчерашнего дня остался отварной картофель? Я сейчас вам покажу. А вы, если еще не подписались, не забудьте подписаться на мой канал. Приготовлю я сегодня быстрый завтрак. Картофель нарезать на вот такие вот дольки. В сковороду наливаю немного растительного масла. И картофель обжариваю до золотистой корочки. А пока картофель жарится, нарежу кубиками небольшими лучок. Добавляю лук и еще немного все вместе пережарю. Мне понадобятся яйца, их немного посолить и разбить вилочкой. Выливаю на картофель. Посыпаю все сыром. Я взяла сыр моцарелла. Накрываю крышкой. Оставляю на несколько минут, пока яйцо приготовится и расплавится сыр. Все это посыпать немного зеленью. Вуаля, вот что получилось у меня. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, оставить ваш комментарий. А на сегодня все. Я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья. До новых встреч. Пока!